Ну, сегодня, как называют в хоккее, в разных видах спорта, был так называемый городок. Городок на земле. Скоростно-силовая работа, которая в первую очередь воспитывает скорость у спортсменов, которые они проявляют непосредственно уже на льду. Ну и, конечно, выносливость, чтобы эту скорость можно было сохранить как минимум вот на те там 15-16 смен, в зависимости от задач каждого хоккеиста, которые будут непосредственно использоваться во время игр. 1, 2, 3, 5, right, yeah. 1, 2, 3, 4, 5. Андрюх, ты лишний. Это один у вас лишний. Вань, Вань, ты где, Вань? Ты здесь? Давай, Вениамин, давай, давай, поработай, поработай, поработай. С небольшим прыжочком, ребят, с небольшим прыжочком. Скорость силовая у нас сегодня. Чуть взорваться снизу. Здорово, мужики. 44 секунды было. Быстрее на 6 секунд, чем первая серия. Первая станция была толчок блина, 25 килограмм. Потом была небольшая полоса препятствий из 5 барьеров. После были упражнения на пресс, складной нож. И потом приседания с сэндбэгом. Ну и в конце финальная часть, хорошее ускорение, 50 метров. Ну ты ж нападающий, Володь. Юс, это что ему работает там, видишь? А ты должен бегать, чуть быстро развивать скорость и лактат. Ребят, в следующий раз 5 сделайте тоже на кровь, да? До конца, до конца, до конца, до конца. Дим, поработай, поработай, побегай, побегай, побегай. Давай, давай, Сёма, бег, 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 ускорение, ускорение, ускорение. Мужики, 10 раз, ну мы считаем, кого обманываете. Но будем дополнительную серию делать. И с легкими прыжочками, и с полуприседа. Вот, вот, взрываем, взрываемся. И максимально, максимально здесь. Хорошо, 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 хорошо. Оп, здорово, 41, здорово, добавили все, молодцы, мужики. То ребята попали в нужные режимы работы, в нужные зоны, как и пульсовые, так и по крови лактат был тот, который соответствовал этому режиму работы. Поэтому ребята большие молодцы. Ну и спасибо нашему персоналу, который все это организовывает и контролирует наши тренировочные процессы.